Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас видео о поездке в ботанический сад. Мы там были последний раз 15 лет назад и хотим посмотреть, что же изменилось. Нас сегодня брат Дэвида пригласил, у него были бесплатные билеты. И вот мы все вместе с нашими друзьями туда едем, так что не переключайтесь, подписывайтесь и поехали! Друзья, нам здесь объясняют, что вот эта скульптура из стекла была сделана очень известным одним человеком. И здесь она была в этом ботаническом саду, ее повесили. Тоже представляет одно из растений. Смотрите, какое красивое. Ну, а наш... I like how it swirls. Наше путешествие сейчас начнется. Идем с вами вот туда. Смотрите, какие двери тут огромные. И будем вместе с вами. Я здесь не была ни разу, друзья. Ну, может, нет, один раз я была здесь. Но это было 15 лет назад. Посмотрим, что изменилось, потому что я ничего не помню. Пойдем возьмем брошюрку и начнем наше путешествие. Муана, Лекси! Муана! Да, мы туда спустимся сейчас. Красиво так. Сейчас мы, друзья, идем по мосту, прогуливаемся. Вот мы приехали оттуда. Смотрите на это. На эту линию машин, очень не по-нашему, по-глупому сделано. Вот этот трафик весь из-за того, чтобы получить просто талончик на парковку. Вот смотрите, это просто так бестолково. Я говорю, что лучше бы они открыли всю эту дорогу, чтобы люди заезжали быстрее. И чтобы эти талончики давали на парковке, когда подъезжаешь. Они совсем глупо это все сделали. Я бы сделала это все по-другому. Такой вот тут мост красивый. I'm sitting down, I have to pull up my socks. Окей, Наоми, окей. И шорты опусти, а то их совсем не видно. Как тебе мост, нравится? Нравится, мальчика? Давай, красиво, здесь так хорошо, так тихо. Посмотри, как красиво внизу, как высоко мы. Видишь? Какая красота в Атланте. Можно присесть. Смотри, какие красивые из дерева сделаны табуретки. Прикольненько. Мы отправляемся дальше. Слышу воду, друзья. Вот там вот вода, водопадик. Мы туда тоже обязательно спустимся. Мы сегодня большой командой все идем. Приехали нас 10 человек. Ну, в такие места нужно ходить большими командами, чтобы было интересно рассматривать все. Мы сегодня приехали с братом Дэвида, который объездил практически весь мир. Он в этом ботаническом саду много очень раз был, и он нам делает такую частную экскурсию. И прошли мы тоже бесплатно. У него были билеты для нас и подарочные карты, потому что он член вот этих всяких разных клубов. А так... билет на взрослого стоит $14, то есть мы сэкономили. Так, идем в азалию, дорожка азалия.
Так, нам тут брат Дэвида говорит, что это новая часть. Ее сейчас достроили. Достроили в этом саду, ее сейчас достроили. И мы пойдем туда. Здесь территории громадные, друзья. Наверное, часа три мы будем ходить. За парковку, кстати, тоже первый-второй час, по-моему, $3. И после этого $2. Дополнительные часы. Так что мы постараемся уложиться в 3 часа, чтобы больше не платить. Красивые дорожки здесь. В общем, неплохо. Очень похоже на обычный парк в Кишиневе. Но это на самом деле не обычный парк, потому что здесь дальше будут очень красивые скульптуры, сделанные из цветов, травы и листьев. Так что мы сейчас пойдем это смотреть. Мы ради этого сюда и приехали. Это очень интересно, познавательно. Смотри, Наоми, смотри. Как красиво. Я слышу воду. О, вода. Лекси, держи, пожалуйста. Папоротник. Смотри, вот это папоротник. Вот это растение называется папоротник. По-моему, если я не ошибаюсь. Ух ты! What is this for, Tim? Oh, that bridge, it's kind of like from the fairy tale, right, honey? Yeah. That's so pretty. Take a picture. There is a mini bridge like that in Berry College. Yeah. Mm-hmm. Сёнь, смотри, какая красота. Мы сейчас пойдем туда. Пойдем к нему подойдем. Нет. Да. Это какой фейк? Это настоящий. No. Wow. Сейчас покажем Лекси. А, он из стекла сделан. О, смотри, 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 бабочки. Смотри, какая большая. А, это растение, которое притягивает бабочек. Ой, какая красивая. Ну, Уэлл, смотри. Ой, как красиво. А из чего это сделано? Why would you think glass? Why would you think it was real? Вау! Ничего себе размерчик! Ой, Лили, смотри. Мама, it's getting on your hands. Красиво. Смотри, как красиво. Красота. Ой, запах здесь, друзья, какой запах. Вы посмотрите на размер этих деревьев. Посмотри, какое высокое дерево. Угу. Это продолжается. Где? А, бабочка, не бабушка. Так, давай посмотрим на этой стороне. А сейчас мы идем под дорогой. Вот под мостом. Какая красота здесь из мозаики. Ага. О, echoing. Ла-ла-ла-ла. Окей. Ага. Вот, иди воду попей в restroom. Go. Go. We'll wait for you, Lexi. Go. I love the palm tree. Красота. Пальмы. Так красиво. Вау. Друзья, кто смотрел фильм Моана, вот эта скульптура ее.
Look how beautiful, Naomi. Вытащи. Вытащи, поставь ее. Все, 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 оставь. Спасла пчелку, молодец. А поставим ее на растение. And the queen, we saw her with the queen. Так, сейчас мы, друзья, идем в детский такой отдел этого сада. Сейчас будем смотреть здесь, что для деток. Хорошо, что здесь везде туалеты. Смотрите, как красиво. О, oh, it's like a wedding thing. So cute. Так, вот здесь. Вот children's garden. Детский сад. Сюнь, давай, идем. Давай, Оксана. Мы там в тропическом лесу идем. Наоми, Аня, you gotta climb that. Хочешь, чтобы я так его тут правильно здесь пойду? Давай. Ура! Well, я прошла. Ха. Вот так правильно про кирпичик. Лягушки. Как красота, какая красота. О, и здесь тоже лягушки. Хочу вам, друзья, показать вот этот. В этой стороне этот сад, посмотрите, как тут красиво. Еще одна вот эта красивая из стекла сделанная, да? Смотрите, как здесь классно. Я пройдусь, конечно, здесь по теньку, потому что очень жарко. Деревья прекрасные, все очень красиво. Не зря так дорого стоят билеты, да? Сколько они вкладывают всего скульптура из стекла. Они на протяжении всего парка, вот эти вот скульптуры. Еще, друзья, мне вот этот сад напоминает Disney World во Флориде. Там тоже очень красивая природа, и вот так вот там все сделано. Это просто божественно. Смотрите, какой здесь вид открывается. Вот. О, наши все здесь. Это Alice in Wonderland или что это? Она крутится. Как красиво. Посмотрите с нами на этот вид. Почувствуйте все эмоции. Как здесь красиво. Смотрите, еще одна скульптура. Павлинчик. Нет, это пеликан. Так. Тут у нас фламинго. Это, по-моему, все из мультика «Алиса в стране чудес». Двигаемся дальше. Так, сейчас мы, наверное, зайдем в эту оранжерею. Я так предполагаю, что там тоже много красивых цветов. Кстати, вы знаете, этот парк сейчас, он забит, вот этот сад. Очень много людей здесь. Мама, иди сюда, большая лягушка! Сейчас иду! Смотрите, кувшинки. Меня девочки зовут, говорят, там очень большая лягушка. Пойдемте вместе посмотрим. А вот тут большие такие кактусы. Смотрите, как красиво. Сейчас мы все это увидим. Давайте лягушку посмотрим. А где лягушка? There was a really big one, mama. I just swam under one here. And there's one over here. На кувшинках. Look, да, здесь должны right быть лягушки. There's a really small one. Ага, вижу. Oh, go, 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 go. They're really big. Oh my goodness. Wait, there's one right here. Иду, иду, иду. It's not a big one, but it's a really cute one. Давай, покажи мне. Стрекозы. On the leaf. On the leaf. А, вижу лягушку. See, there's some, there's a tiny one that hanging onto the leaf. Conservatory, it says. Oh, yeah. That is
There's animals in there, Mama. There's like lizards and frogs in there. Yeah, we saw goldfish. I cannot see. Hey, why don't we come on here, guys? We are. No, there's animals in there. Смотрите, настоящий огонь горит. Сейчас рано, да? Так, ну что, идемте в консерваторию. Называется консерватории. Пойдемте вовнутрь. Да, я иду. Хочу снять этот громадный кактус и фиалочки рядом. Так. Вы нас почти потеряли. Сейчас мы пойдем туда. Ух ты, ой, как здесь хорошо прохладно. Из чего делать шоколад? Вот они, бобы какао. Так интересно. Ага. Здесь действительно очень красиво. Ты, красота. Да, я поняла, Алекс, да. Уже хочется туда приходить каждую неделю, поняла. Меня, друзья, какая красота. Надеюсь, вам видны эти растения. Сейчас я подойду с этой стороны, покажу вам с этой стороны вот эти вот кусты. Какие классные. А мы сейчас идем к скульптуре кролика из «Алиса в стране чудес». Я так понимаю, что весь этот участок принадлежит сказке «Алиса в стране чудес». Он сзади вот такой вот красивый. Заяц. А мы вот там только что были в этой консерватории. Алекси заценивает все цветочки. Я знаю. Смотри на кувшинки эти, lily petals. Ладно, двигаемся дальше. Водичка? Вот эти красивые. Кактусы тут. Красота. Хочу вам показать, друзья, это растение. Оно называется агави. И нектар, оно как кленовый сироп, добывает из этого растения. И мы его потом на панкейки тоже используем. Вот так интересно, оно здесь повсюду растет. Мы уже закончили, друзья, и решили все вместе отпраздновать этот прекрасный день с таким видом. Такой жаркий летний день отпраздновать в пиццерии. Брат Дэвида знает это место, говорит, делается на горячей печи пицца. Так что мы сейчас все это пойдем попробуем. И возьмем вас с собой. Да, такое красивое место. Мы приехали в пиццерию. Смотрите, как здесь красиво тоже. Сад такой. Пойдем займем столик. Или даже на улице можем посидеть. Мы все сильно проголодались. Вот рекомендация. Можем, наверное, здесь? Внутри? Внутри или здесь? Здесь. Ну, идем. Нормально. Пицца, 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 пицца. Садитесь, садитесь сюда. Классно. Так, тут водичку предлагают бесплатно. Thank you. That's Noelle's. Oh, I want one. Can I put it in here? А ты смотри. Со мной. Иди, иди. You want that one? Yeah. What is it? It's a peach tea. Peach tea, sorry. How are you? Yum. Очень красивая пицца с инжиром и прошутто.